В последнее время на YouTube смотрел очень много видео о массажах. Как делают массаж. И мне захотелось купить вот такой столик. Заказал его по интернету. Где-то через полторы недели получил посылку. Вот ее распаковываем. И вот этот мешочек, в котором он был внутри упакованный, мы его открываем. Там еще упаковочка такая. Угу. Там тоже, наверное, надо так же. Угу. Это получается чемодан, Оль. А? Это получается чемодан. Наружка, да? Смотри. Это получился чемодан, убирай ту. Это только чемодан, или нет? Интересно, да? Цвет мы выбрали кремовый. Там были еще черные и какие-то красные, но мы выбрали вот такой кремовый цвет. Вот мы видим там петельки. И здесь такие замочки. Мы его открываем. И нам предстоит увидеть вот такую конструкцию внутри. Там еще какие-то дополнительные запчасти, проводочки. Интересно. Ага. А, это знаешь куда? Давай-ка покажу куда. Вот эти ставятся сюда. А, для рук? Ну да. Вот так. Ну-ка поставь вторую туда. Угу. Здесь еще что у нас? Вот это вот. За кого-то вот это вверх торчит. Сюда. Что наверх торчит? Ну, она, наверное, от нагрузки будет правильно. Ну-ка, это что такое? Даже не знаю, что это такое. Ну, давай вот этот поставим. Ну-ка, вот этот вот. Вот. Вот этот вот, наверное, отсыпаешь. Вот сюда. Давай-ка вот эту доставай. Это получается на липучках. Вот эти липучки на эту липучку. Так. Вот этот я не знаю для чего. Непонятно. Может быть, как подушка, не знаю для чего. Надо будет посмотреть, для чего это. Вот такой прекрасный получился столик. Здесь, значит, подголовник у нас. Здесь у нас руки можно ставить пошире. Этот, Давид. А, Оля. Так. Ага. Так, голову сюда. Руки сюда. И можно делать массаж. Да, Оля, хорошо? Угу. Классно. А ну-ка здесь. А вот сюда. Давай попробуй. Тоже классно? И, наверное, можно еще вот это вот сделать, Оль, сюда. Ну-ка.
клеем. Новым пахнет. Он новый есть. Пойдет так? Поедет, поедет. Будем массаж друг другу делать, да? Очень порадовало то, что ножки, они регулируются. Вот я их, они были там пониже, я их делал вот так повыше, чтобы когда делаешь массаж, не так спина уставала. Вот получилось вот так повыше. Такая получилась у нас конструкция, да? Угу. Нормально, да? Угу. Мы ножки подняли, так, чтобы не наебаться сильно. Вот здесь получается вот такая конструкция. Да? И прямо этот один, а хороший, да, Оль? Прям. Да, ширина. Можно так. Угу. Можно так. Угу. Можно так. Удобно? Удобно и довольно крепко. Можно вот так. Вот это вернуть сюда. Опс. Вот эта штучка для рук. Угу. Можно так. Угу. Можно так. Угу. Можно так. Угу. Удобно, в общем, да? Удобно, да. Все. Ну, вот. Да. Опа. Сюда надо простыню сюда стелить. Все, ножки тут такие, можно удлинить. Повыше, да. Сделать, пониже сделать. Да, сделал повыше. Какую надо. Вот такой у нас. С ним была вложена какая документация, гарантийная карточка. И некоторые странички, как использовать, как настраивать стол. Угу. Угу. Да, ну это когда вот если здесь, да, дышать. А если здесь, то вообще непонятно как. О, о, вот так хорошо. Ну, кого будем первым массировать вам? Меня или тебя? Аж меня. Ну, все. Сказано, сделано. Вот после массажа поставили банки. Так, ну Ольге там, смотрю, понравилось. Массаж, банки, никак не слазит. Понравилось, Оль? Очень. Очень. Хороший стол? Хороший. Отличный. Покупайте, да. Все. Хороший стол, да? Угу. Ну, маленько он еще пахнет новым, да? Угу, да. Клеем ли, дермантином ли? Дермантином это... пахнет. Когда сюда голову сунешь, что пахнет, дышать плохо. Ну, мы его оставим. Но он проветрится, да? Да, проветрится. Выветрится все. Будет отлично. Че, рекомендуешь, да? Ага, рекомендую. Советую.